На свете много есть того, про что не знает ничего. Ни взрослые, ни дети. И это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Скучают все на свете. Но почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Ползет. Ползет, ползет. И там ползет. А что это ползет? Я ползу. А куда ты ползешь? Сюда, сюда ползу. Все? Теперь ты уже весь приполз? Весь. Ой. Какой ты? А какой? Длинный. Длинный. Это я и сам знаю. А какой длинный? Очень длинный. Очень. Очень. Нет, очень. Это не то. А что то? А теперь ты что делаешь? У меня есть мысль. Мысль. И я ее думаю. Какая мысль? У меня есть мысль, это измерить свой рост. Какая хорошая мысль. А можно я ее тоже немножко подумаю? Думай, думай. Придумала! Как? Очень просто. Надо сложиться пополам. Голова, а вот он хвост. Складывайся еще раз. Оно. Все ясно. Что ясно? Твой рост будет две твоих половины или четыре половины половины. Так. Две половины. Нет, так не получится. Почему не получится? Потому что меня половинами мерить нельзя. Почему нельзя? Потому что я целый. Тогда я и не знаю, как. А ты, пожалуйста, еще подумай. Я про одно и то же не умею думать два раза. А что это вы такое делаете? Извините. Меня меряем. Только мы не знаем, как. А когда не знаешь, как, нужно у кого-нибудь спросить.
Давай у тебя спросим. У меня лучше не надо. Извините. Давайте лучше спросим у попугая. Давайте спросим у меня. Спрашивайте. Я хочу измерить свой рост. Ты не мог бы мне помочь? Могу. Я могу измерить твой рост в попугаях. В попугаях? В попугаях? А как это? Очень просто. Сколько попугаев тебе поместится, такой у тебя рост. Очень надо. Я не стану глотать столько попугаев. А зачем же глотать? Во-первых, глотать никого не надо. А во-вторых, и одного попугая хватит. Меня. Ну, если глотать не надо, тогда мери в попугаях. Раз, два, левой и правой, дважды два. Очень просто. И измеряются удавы пятью пять любого роста. Твой рост 38 попугаев и еще одно попугайское крылышко. Ну, крылышко можно не считать. Прекрасно. Это просто прекрасно. Ура. А чем еще можно мерить рост? Всем. И мартышками можно? Можно. Раз, два, левый, правый. Пять мартышек. А теперь слоненками. Раз, два, два. Извините. Два слоненка. Пять мартышек. 38 попугаев. А в попугаях-то я гораздо длиннее. Сколько орехов нужно собрать, чтобы получилась целая куча? А, не знаю. Наверное, много. А много это сколько? Много? Это много. Нет. Давай все-таки разберемся. 10 и это куча? Да, 10 это куча. А 2? 2? Это мало. Ну что это за куча, когда всего 2 ореха? 2 это не куча. А 3 ореха? 3? Тоже не куча. Нет,
это не куча. А девять? Ну, девять это куча. А шесть орехов. Ну, ты меня совсем запутал. Я знаю только, что куча это когда много. А если мало, это не куча. И больше я ничего не знаю. Мало это когда все съел и еще хочется. А много это когда больше уже не хочется. А ты не знаешь, где удав? Не знаю. Я с ним еще не здоровался. Я его зову, а он не отзывается. Странно. Он обычно такой отзывчивый. Заболел. А где у тебя болит? У тебя, наверное, болит голова. И хвост. И все остальное. Только не волнуйся. Не волнуйся. Ты скоро поправишься и сможешь ходить. Ну, нет. Я никогда не смогу ходить. Никогда. Что ты? Что ты? Я сейчас! Сейчас! Скорей там! Скорей! Удав! Он очень болен! Надо что-то делать! Больному нужен покой. Что-то мне грустно, друзья. Грустно. Не нервничай. Не волнуйся, не волнуйся. Все будет хорошо. Мы непременно что-нибудь придумаем. Но, друзья мои... Тебе вредно разговаривать. Очень вредно. Возможно, он перегрелся на солнце. Тогда его нужно отнести в тень. Но, может быть, он простудился. Тогда его нужно вынести на солнце. Все-таки перегрелся. А мог и простудиться. Перегрелся.
Остудился. Кто простудился? Ты. Я? Ты. Ты. Ну, когда? Недавно. А почему я этого не заметил? Ты заметил. И сказал мартышке, что никогда не сможешь ходить. Правильно. Вот, я же говорила. Я никогда не смогу ходить, потому что я вообще не хожу. Я ползаю. Значит, ты не болен. Я здоров. А почему ты лежишь и не отзываешься? А? Почему сказал, что тебе грустно? Мне грустно, потому что я думал, как жаль, что мы знакомы друг с другом. Как? Разве тебе неинтересно с нами? Ну что вы, друзья мои? Я хотел сказать, вот было бы здорово нам опять познакомиться. Опять? Ну да, опять. Я с удовольствием познакомился бы с тобой, мартышка, и с тобой, слоненок. И с тобой, попугай. И я бы с удовольствием. И я. Но мы уже знакомы. А мы давайте возьмем и еще раз познакомимся. Попугай. Мартышка. Слоненок. А я удав. Ура! Будем знакомы! Тебе не кажется, что ты мне мешаешь? Нет, не кажется. Возьмем, например, слоненка. Возьмем. Слоненок! Чего? Ты будешь, например? Например? Угу. Ладно. А что надо делать? Например, идет слоненок. Иди. А куда он идет? Ты куда идешь? Я не знаю. Он не знает. А почему? Почему? Ну, вы же сами сказали,
иди. Я и пошел. Вот. Слоненок должен идти, ну, например, вон к тому кактусу. Нет, извините, я не буду к нему идти, он колючий. Неважно, допустим, он не колючий. Нет, не допустим, он колючий. Я так не играю, извините. Я пошел. Куда? Ну, просто пошел. На все четыре стороны. Это невозможно. Ты никак не можешь пойти сразу на все четыре стороны. Ну, тогда я пойду в какую-нибудь одну сторону. Это ужасно. Даже страшно себе представить. Он пойдет, пойдет, пойдет. Он же так совсем уйдет. Как? А так, уйдешь насовсем и никогда не вернешься. Тогда я никуда не пойду. И теперь он будет всегда тут стоять. Придется. Я больше не хочу быть, например. Пусть теперь удав будет, например. А где он? Вот он. Это хвост, а голова там. Давайте пойдем к голове. Лучше не надо. Далеко ходить, извините. Удав, он длинный. Лучше давайте дернем его за хвост. А голова сама приползет. А хвост? Голова приползет, а хвост уползет. Не уползет. Мы его подержим. А ну, все вместе. Раз. Два. А что же голова не ползет? Она еще не знает, что мы ее за хвост держим. Удав, он длинный. А скоро она узнает? Да уж пора бы. А вдруг? А вдруг он порвался? Кто? Удав. Мы его тут дергаем, а он там порвался. Ой. Конечно, порвался. И голова про свой хвост ничего не знает. Здесь он целый. И тут. Тут тоже целый. Вот. Ой, нет. Тут тоже целый. Попробуем здесь. И раз. Ну что, что вы здесь щекочетесь? Мы не щекочемся. Мы проверяем. Чего проверяете? Тебя. Вдруг ты порвался. Где? Извините, посередине. Там мы уже проверяли. Целый! Ну, вот теперь пусть удав будет, например. А я пойду. Можно? Нельзя. Почему? Потому что он идет, идет и не знает куда. Страшно представить. Так, сейчас представлю. Лучше не надо. Он идет, идет. Страшно? Пока нет. Он идет просто так.
сейчас станет страшно. Он идет. Угу. А, он не просто идет. Он гуляет. Гуляет? Гуляю. Ой. Вот куда я иду. Я гуляю. И совсем не страшно. А давайте все пойдем гулять. Ну что же, можно. Мы пошли гулять. Пора в гнездо. Удав, слоненок, пока. А что у тебя в гнезде? Там у меня все. А ты скоро вернешься? Вряд ли. Гнездо оно далеко. Сначала я пойду туда, 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 потом там. Потом обратно, обратно, обратно. Приду послезавтра. Счастливо оставаться! А почему, извините, он пошел пешком? На ком же он поедет? Не на ком, а почему он не полетел? Действительно. О, надо ему сказать. Его надо вернуть. Вернуть? Пожалуйста. Странно. Кажется, я заблудился. Послушай, попугай, а почему бы тебе не полететь? Почему бы мне ничто не полететь? Раз-раз и там. Как это? Полетел и сел. Вы что? Вы с ума сошли, да? Ну, у тебя же есть, извините, эти... Какие эти? Ну, эти... Крылья? Есть. Ну и что? Так лети. Лети. Куда? В гнездо. Раз, раз ты там. Нет. Спасибо. Спасибо, я лучше пешком. Может, ты не умеешь? Я? Ты? Не знаю. Я не пробовал. А ты попробуй. Боюсь. Чего ты боишься? А вдруг... получится. Это совсем не страшно. Да? Не страшно? А ты?
Ты пробовал? Я? Нет. Нет. А ты попробуй. Попробуй. А потом скажешь, как. А я знаю, как. Нужно подпрыгивать. И махать крыльями. Вот так, вот так. Сам сначала разбежится. Нет, давайте его сталкивать. Как сталкивать? Со слоненка. Я не хочу сталкиваться. Я упаду. Ты полетишь. Почему вы так думаете? Потому что мы верим в тебя. Запомни это навсегда. В себя поверить важно. Не сомневайся никогда. Не бойся быть отважным. А если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо же когда-нибудь начать. Давай, не надо мучиться. Попробуй и получится. А вдруг так не получится? Попробуешь опять. Я сам! Сам! Ой! Ну вот, а ты боялся? Попробуем еще раз. 3, 2, 1. Пускай! Крыльями! Крыльями! Ну! Еще! Летит. Летает. Парит наш орел. А что же ты не полетел в гнездо? А я уже раз-раз обратно прилетел. Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя, полетай еще. Хватит. Главное, поверить в себя. А я в себя уже поверил. Если лезет, почему же катается? Ох. Я лезу вверх, а получается вжик вниз. Так, все ясно. Что ясно? Мускулы никуда не годятся. Почему это не годятся? Слабые. Тут нужны сильные мускулы. А у меня других нет, только эти. Чужие мускулы тебе не помогут. Надо укреплять свои.
Нужно делать упражнения. Ты знаешь какое-нибудь упражнение? Знаю. Упражнение. Мама мыла раму. Раму мыла мама. Мама... Не-не-не-не-не, это не то. Нужны спортивные упражнения. Зарядка. Зарядка? Да. Встань прямо, повторяй за мной. Упражнение началось. Ноги вместе, руки врозь. Раз, два, три, четыре. Руки вместе, ноги шире. И раз, и два. И раз, и два. Ноги вместе, руки врозь. А скоро они укрепятся, мускулы. Скоро. Будешь делать зарядку каждое утро. Каждое утро? Да-да-да-да, каждое утро. И от этой зарядки ты будешь заряжаться, 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 заряжаться. А потом бац, бац, и станет сильный. А нельзя сразу бац? Нельзя. Мне одной будет скучно. Ну, можешь сделать зарядку с кем-нибудь вместе. Слоненок? Чего? Хочешь делать что-нибудь вместе со мной? Хочу. Ну, прекрасно. Сейчас мы с тобой вместе будем делать зарядку. Зарядку? Да. Встань прямо. Так. Хорошо стоишь. Упражнение началось. Ноги вместе. Ты что, не понимаешь, что ли? Давай ноги вместе, ну. Ты что, это падаешь? Давно это с тобой? Недавно. Сначала ты сказала, упражнение началось, а потом я упал. Ох, глупости! От зарядки не падают. Становись еще раз. Ноги вместе. Ноги вместе, это две или три? А? А? Давай все, сколько есть. Ну, что вы делаете, друзья? Все ноги вместе ставить нельзя. Упадешь. А сколько можно? Только некоторые. Например, только задние или только передние. Сейчас попробуем. Вам хорошо. Вы можете делать зарядку, а я не могу. А я сейчас тебя научу. Смотри, упражнение началось. Ноги вместе, руки врозь. Ноги вместе, руки врозь. Какие руки? Какие ноги? Какие ноги? Я тебя спрашиваю. Задние. Или передние? Но у меня нет ни задних, ни передних.
ни средних, никаких. А что ты кричишь? Ведь что-то у тебя есть? Есть! Хвост! Слоненок падает, а у удава ничего нет, только хвост. Покажи. Так, гнется, отлично. Удав будет делать зарядку для хвоста. А разве бывает такая зарядка? Бывает. Упражнение для удава. Лягте на пол, а потом хвост налево, хвост направо и вращение хвостом. А зарядка для хобота, извините, бывает? Зарядка бывает для всего. Поднимайтесь поскорей, рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь. Раз, два, три, четыре, ноги выше, руки шире. Кто придумать бы помог, если нет ни рук, ни ног, что поставить шире? Как к вопросу подойти, ноги выше, это три, или все четыре? Всем занять свои места, рассчитайтесь по порядку. Есть зарядка для хвоста. И для хобота зарядка. Пусть удави длинный хвост, выгибается как мост. Раз, два, три, четыре. Хобот выше, уши шире. Здравствуйте, дорогая бабушка Удава. Ваш внук, наш друг. Мы рады, что вы приехали к нему. А можно я скажу так? Мы рады, что вы приехали к нам. Это не наша бабушка. Она приезжает к удаву. Нас, извините, четыре, и он с нами поделится. Бабушки на четыре не делятся. А на сколько бабушки делятся? Бабушки совсем не делятся. А твоя бабушка какая? Она... Такая она...
мечтательная. Не бабушка, а мечта удава. Только она очень хвастливая. Хвастается? Нет, просто у нее хвост длинный. Как у тебя? Нет, длиннее. Ждете? Ждем. Вы неправильно ждете. Вы ждете в одну сторону, а надо в разные. Ты, удав, жди туда. Ты будешь ждать сюда. А я буду ждать прямо. Вот теперь мы дождемся. Непонятно. Зачем ждать в три стороны? Ко мне приезжают не три, а одна бабушка. Правильно. Тебе одна, а две остальные мне и попугаю по бабушке. А мне? Не отвлекайся. Учи слова. Здравствуйте, дорогая. Здравствуйте, дорогая. Ой. Бабушка. 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 Бабуля. Давай. Ну же. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая. Я еще не совсем приехала. Я ожидаю свой хвост с минуты на минуту. Вот теперь здравствуйте. Боже, что я вижу? Меня, бабушка. И меня. А еще попугая, извините, слоненка. Нас. Вас я отлично вижу. Но, ребята, еще я вижу, что вы гуляете тут одни, без присмотра. Без чего? Мы гуляем? Без присмотра. Но теперь, ребята, все будет иначе. Раньше... Вы гуляли как? Как? Раньше вы гуляли сами по себе. А теперь мы будем гулять по бабушке. А теперь вы будете гулять и играть с присмотром. А во что можно играть с присмотром? Ребята, во всем. Есть много увлекательных и полезных спортивных игр. А я знаю очень спортивную игру — перетягивание удава. Внучок, внучок. Что, бабуля? Да, с сегодняшнего дня я займусь вашим воспитанием. Питанием? А сегодня мы уже завтракали. Не беспокойтесь, мы вообще очень хорошо питаемся. Да нет, я говорю не о питании. О воспитании. А воспитание — это что? Это, ну, вот если я дам тебе банан, вот что ты с ним сделаешь? Съем. Ну, сначала я скажу спасибо, а потом съем. Хорошо воспитанная мартышка сначала предложит банан товарищу. А вдруг он возьмет? Нет, ну действительно. Непременно возьмет. Нет, воспитанной быть неинтересно. А ты попробуй.
Спасибо. Хочешь банан? Хочу. Пожалуйста. Прошу. Благодарю. Это тебе. Мартышка, прими, пожалуйста, от меня этот спелый банан. Ой, спасибо. Я поняла. Воспитанной быть, это очень интересно. Ты кому-нибудь что-нибудь предложишь. Тебе кто-нибудь что-нибудь предложит. Красота. Мартышка, удав просил передать тебе привет. Ну, спасибо. Пожалуйста. Давай. Что давать? Привет от удава. А у меня его нет, извините. Где он? Куда ты его дел? Ой, кажется, я его потерял. Ну вот, я сижу, жду самый нужный привет, а он его потерял. Ха. Где ты его потерял? Не знаю, извините. Какой он был? Он был, удав сказал, передай мартышке большой привет. Большой! Потеряли! Он потерял. Там. Искали? Искали. А тут? Нет, тут не искали. Здесь нет. И тут нет. Так, а что мы ищем? Привет. Привет. Что ищем? Привет. Я уже поздоровался. Что ищем? Спрашиваю. Привет. Привет ищем. Так. С чего все началось? Удав передал мартышке привет. От кого? От тебя. А он его нес. Удава? Он нес привет от удава. Ну? Нес-нес. Нес-нес и не принес. А привет был большой. А он его потерял.
Теперь его уже не найти. Привет, это такая штука, что если его потеряешь, лучше не искать. Значит так, пойдешь к Кудаву и попросишь у него еще один привет для мартышки. Да, слоненок, ты потрогай. Нет, ты лучше понюхай. Нет, лучше просто посмотри, какой цветочек. Очень хороший цветочек. Да, ты можешь... Могу. У тебя есть... Есть. У меня есть, у меня все есть, я все могу, потому что у меня сегодня прекрасное настроение. Я очень рад за тебя, Удав, но ты не передашь... Я передам. Ты не передашь мартышке еще один привет? Привет, пожалуйста, передай от меня... Мартышки, еще один привет. Большой, извините. Огромный, горячий. Передал. Удав передал тебе еще один привет. Ура! А какой привет передал Удав? Большой, огромный и горячий. Скорее! Давай, пока он не остыл. А я тебе его уже дал. Когда? Сейчас. Ничего ты мне не давал. Да. Ты его опять потерял. Нет, я не терял. Я... О, хорошо, я побегу и прошу Удава еще один привет. Нетушки! Нетушки! Теперь я сама пойду. Сама! Удав! Ты... Передавал мартышке два привета. Ну как же, помню. Ну так вот, мартышка их не получила. Не получила? Потому что кое-кто их потерял. Кое-кто? Да, кое-кто. Не будем называть кто, хотя это был слоненок. Извини, Удав, может быть, у тебя найдется еще один привет для мартышки. Ну, конечно, найдется. Мартышка, вот тебе еще мой привет. Теперь у меня есть твой привет? Есть. Но я его не чувствую. Когда мне дают банан, я его чувствую. А твой привет нет. Нигде. Не может быть. У меня сегодня прекрасное настроение. Когда я передаю тебе привет, я делюсь с тобой хорошим настроением. Попробуем еще раз. Привет тебе, мартышка. Разве у тебя не прибавилось хорошего настроения? Прибавилось. Я его чувствую, твой привет. Он тут.
теперь у тебя есть привет. Да, и у меня хорошее настроение. Ой, но если бы те два первые привета не потерялись, у меня было бы такое настроение. Такое! Пора завтракать. Пора завтракать, мартышка. Разве уже завтра? Нет, еще сегодня. Но ты уже позавтракал? Позавтракал? А что? Значит, сегодня уже завтра. Сегодня никакое не завтра. Завтра будет в будущем, а сейчас у нас настоящее. А будущее не настоящее? Оно... Оно игрушечное, да? Будущее тоже настоящее, но... Ну? Оно настанет потом. Когда? Скоро. А по-моему, оно уже настало. Как настало? Когда настало? Как настало? Что настало, друзья? Будущее. Где? Везде. Сегодня с утра, уже завтра. Да. Не может быть, чтобы сегодня было завтра. Да. Значит, по-твоему, сегодня, вчера, так? Вчера уже кончилось. Когда кончается вчера, начинается завтра. Потом послезавтра. Потом послезавтра. А потом... А когда, извини, сегодня? А ну его сегодня! Надоело! Каждый день у нас сегодня надоело это всем. Неужели время скоро остановится совсем? Мы проснемся, а с утра то же самое вчера. Мы проснемся, а с утра то же самое вчера. Пусть сегодня будет завтра, мы торопимся к нему. А вчерашнее сегодня нам, поверьте, ни к чему. Разве ты сам не видишь, какое все вокруг завтрашнее? Разве не чувствуешь, что будущее уже настало? Если будущее уже настало, то сейчас был бы уже Новый год. Новый год? Новый год? А пусть он будет Новый год! Какой Новый год? Новый год просто так не приходит. Его надо встречать. Давайте!
Давайте, давайте его встречать! Давайте! Не, ну, действительно, почему нам не встретить его? Это так приятно, друзья, встречать Новый год. Очень приятно. Как мы его будем встречать? Чтобы встречать Новый год, нужна, во-первых, елка, во-вторых, Дед Мороз и, в конце концов, Снегурочка. Я буду, в конце концов, Снегурочка. А я, извините, я буду Дед Мороз. Тогда я буду ёлка. Правильно! А мы будем тебя наряжать и водить хоровод. Кого мы будем водить, извините? Хоровод. Куда родился в Африке, и в Африке он жил. Зимой и летом стройненький, зелененький он был. Почему зелененький? Потому что я елка. Елка, из тебя не получится. Почему? Почему не получится? Ёлка колючая, а он мягкий. У ёлки должны быть иголки. Ха! Иголки можно повтыкать. Не надо в меня втыкать, попугай прав. Ёлки из меня не получится. Значит, у нас нет ёлки. Зато у нас есть Снегурочка. Дед Мороз. Деда Мороза тоже нет. Дед Мороз холодный. А слоненок, вот, пощупайте. Он теплый. А мы его простудим. Вот. Нет, не надо меня простужать. Не надо меня простужать. Ну, а из одной Снегурочки Нового года не выйдет. Вот. Я говорю, выйдет. Правильно! Снегурочка нарядная на праздник нам пришла. И много-много разных нам подарков принесла. Значит, вы твердо решили встречать Новый год? Да! И старый год вам уже не нужен. Не нужен. Встречайте. Но учтите, что слоненок останется без дня рождения. Как это? Почему? У него в этом году еще не было дня рождения. Не было. И не будет, потому что этот год вам уже не нужен. Ну как же он будет без дня рождения? А я хотела подарить ему на день рождения спелых бананов. И спелых бананов не будет. Так зелеными и останутся. Друзья мои, кажется, мы поторопились. Еще как поспешили. Но зачем? Зачем встречать следующий Новый год, когда в этом еще столько интересного? Сладкий банан с ананасами. Да. Ой, мой день рождения. Значит, будущее еще не настало? Еще нет. Но оно настанет непременно. А, значит, сегодня еще не завтра. Сегодня сегодня, а завтра будет завтра. Каждый день? Каждый день. Здорово! Каждый день будет завтра.
свете много есть того, про что не знают и ничего ни взрослые, ни дети. Это вовсе не секрет, когда секрета вовсе нет. Скучают все на свете. А почему? Да потому что ужасно интересно все то, что неизвестно. Ужасно неизвестно все то, что интересно. Почему? Да. Нет, почему? Что почему? Где почему? 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 Мартышка, у нас есть орех. Это хорошо. Сейчас мы возьмем его и... съедим. Да нет же. Бросим вверх. Что будет? Ничего. У нас не будет ореха. А нет. Он упадет обратно. А! Тогда у нас опять будет орех. Но почему он упадет, а? Почему? Маша, ты по затылку. Я говорю, почему он падает вниз? А? Гляди. Ой, я же говорила, почему, почему? На самой макушке. А вот видишь, что делается. Что у нас тут делается? Извините. Вот он бросил в меня орех. Бросаться орехами нехорошо. Удав. Я бросил орех вверх, а на мартышку он сам упал. Сам? Ишь какой! Само по себе ничего ни на кого не падает. Падает? Этот орех, мартышка, упал на тебя по закону природы. Нет таких законов, чтобы по макушке бить. Есть, есть. И он гласит, бросьте что-нибудь вверх, и оно упадет вниз, прямо на вас. Извините, но это какой-то несправедливый закон. Не нужен нам такой! Откуда он взялся? Был! Был всегда, с самого начала природы. Нет, 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 нет! Сначала его не было. Я прекрасно помню. А потом его открыл один очень умный. Да, это было великое открытие. Кто его просил? А как он открыл? Извините. Однажды этому умному яблоко по голове как даст, и он сразу открыл. А, с перепугу, наверное. Открыл. А нельзя его как-нибудь обратно закрыть? Вот это нельзя. Нельзя. Открытое закрыть нельзя. Ну, раз открывается, должно и закрываться.
Извините. Да, можем. А что? Надо попробовать. Будем рассуждать. Когда его стукнуло по голове, он открыл. А меня еще не так стукнуло. Не мешай. Значит, чтобы закрыть, надо стукнуть наоборот. То есть как это? Ну, если по голове это не наоборот, то наоборот будет, извините, по хвосту. Совершенно верно. Давай сюда хвост. Вот он, зачем? Будем закрывать. Бери. Есть. Сейчас как трахнем. Сразу закроется. Держи. Может, не надо, жалко, извините. Для науки хвоста не жалко. Раз. Раз. Два. Два. Два с половиной. Два с половиной, извините. Три. Бросай! Все. Теперь он закрылся и больше не действует. Не может этого быть. Сейчас проверим. Не надо. Я сам. Это было великое закрытие! Великое закрытие, извините. Все-таки он действует. Thank you.
волнуется? Очень. Успокойся. Не мешай. Я принимаю решение. Принимаешь? А ты его правильно принимаешь? Неправильно. Как это неправильно? Принимать надо по чайной ложке 3 раза в день перед едой. Помолчи. Чтобы принять решение, надо закрыть глаза, поднять голову и открыть рот. Ну зачем? Чтобы туда упало что-нибудь вкусное. Просто так в рот ничего не падает. Надо поднять голову, закрыть глаза и что? 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 Подумать. Ну, принял? Сейчас. Нет. Ты неправильно думаешь. А я правильно? А я еще и так могу. Попробуй выше. Ниже. Так. Чуть на бок. Принимай. Решение принято. Я принял решение начать действовать. Ура! Обожаю действовать! Ну ты даешь. Держи ее. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Действую. Но это должны быть совершенно другие действия. Какие другие? Научные. Покажи. Покажи мне скорей эти действия. Ну вот этого я как раз и не знаю. Здравствуйте. Извините. Слоненок, ты действия какие-нибудь знаешь? Знаю. Сложение, вычитание, умножение, деление. Ага. А это научные действия? Очень. Математикой называется. Ага. А как их делают? Ну, отнимают, складывают. Но какие же это действия? Это просто грабеж. Ну кто? Кто? Кто так объясняет? Я, извините. Сейчас я сам все объясню. Сначала разделим бананы. Каждому по 2. Спасибо. Каждому по 2. Теперь нужно наглядное пособие. А ну какое еще пособие? Наглядное. Чтобы вам такое показать. Меня? Меня показать надо? Я буду ваше ненаглядное пособие. Наглядное пособие? Нет, ненаглядное. Чтоб вы на меня глядели, глядели и наглядеться не могли. Я ваше ненаглядное.
особенно нарядные. И знаю я три способа. Ля-ля, лю-лю, лили. Чтоб вы по три недели не спали и не ели, а на меня глядели, 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 глядели. Нагли, 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 наглядеться не могли. Я ваша ненаглядная, пособие нарядная, пособие способная. Ну просто, 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 бесподобная. Красиво, но непонятно. Извините. Сейчас поймете. Объясняю научные действия, которые называются математикой. Первое действие – сложение. При сложении все увеличивается. И бананы! Все. Ух ты, математика. Вот это действие, так действие. Встань там. Мы даем мартышке банан. Давай. Спасибо. Теперь еще один. Возьми. Так, сколько получилось? 2,5. Хм, не может быть. Должно быть 4. А нету. Она ест, извините. Кто, ну кто так делает? Все, кому дают бананы. Ну хорошо, пусть будет 2. Теперь займемся вычитанием. Удав. А? Что? Отними у мартышки 1 банан. А сейчас отниму. Что у нас получается? По-моему, драка. Извините. Прекратить! Это не научно! Не нравится мне это действие! Да, наверное, умножение интереснее. Интереснее. Но умножения не будет. Как это не будет? Ну почему это не будет? Бананы кончились. А завтра начнутся? Может быть. Ой. Если погода хорошая будет. Я предлагаю, завтра, когда действовать будем, давайте сначала делить, а уже потом все остальное.